Всем привет. Так, надеюсь, нас хорошо слышно. Меня зовут Павел. Меня зовут Эдуард. Прошли тренинг Вовы, онлайн-тренинг. В принципе, мы хотим поделиться впечатлениями, чтобы как, получается, даже написали здесь себе пару пунктов, салфетки, чтобы не забыть. Ну, и, в принципе, начнем. Как мы узнали вообще о тренинге? Я вообще лазил по просторам Ютуба и наткнулся на канал Вана по пикапу. Ну, мне понравилось, начал смотреть его видео, писался. И узнав о тренинге... Как у вас дела? Мы записываем видюшку. Да-да. Хорошо, конечно, извините. Да ничего. Вот. И узнав о тренинге, я решил взять все за яйца и записаться. В принципе, такая же фигня. Я, ну... тоже посмотрел видео, замотивировало. Блин, я не знал, что так можно, офигеть, круто. Прошел год, и вот только, ну, после года я записался тоже. Вот, в принципе, мы с Эдиком, ну, с Эдуардом вместе записались, как прошли, даже вместе как, делали какие-то выполнения упражнения, задания. Ну, в общем, вот так вот. И что мы хотели у тренера? Что мы хотели? Я хотел иметь разных девушек вообще. Различных категорий. Более статусных, да? Да, более статусных, не те, которые меня выбирали, а чтобы я выбирал именно девушку. Именно. В принципе, такая же фигня. Мне хотелось просто более статусных девушек, как повысить качество девушек в своей жизни. Собственно, результаты тренинга какие? У меня сейчас постоянные 3-4 девушки, которые могут позвонить, приехать. Появился нормальный секс. Что еще? Вот я встретил ребят. У нас тут человек 10, наверное, с Питера. Все классные ребята. Честно говоря, намного лучше друзья, чем у меня были. В принципе, это все то же самое, что и у Эдуарда, да, в плане результата. И то, что вот классно, да, сказал, то, что реально появляются какие-то соратники, это да, реально новые круто. Знакомства. Да, это реально круто, когда кто-то в теме, когда кто-то делает и увлекается именно тем, что тебе нравится. И вы как-то вместе в этом развиваетесь. Просто да, окружение вообще меняется тоже полностью. Да. Так что мы можем сказать в итоге? Ну, ребята, записывайтесь. Блин, по-любому. Тренинг, да. В любом случае, нет, конечно, если у вас только есть яйца. Да. Надо если уметь, вы да. Какая-то амеба, и вы ничего не будете делать, то смысла нет. В принципе, можете не делать там дальше, сидеть и гнить где-то. За компьютером, да, сгорбившись, играть в онлайн-игры. Ну да, если вы реально решили изменить свою жизнь, не только там в плане девушек, а вообще, я, допустим, бросаю универ и иду работать, иду к своей мечте. Я вот, допустим, тоже недавно вот переехал в другой город совсем один и тоже как-то пытаюсь развиваться. И тем не менее прошел тренинг, не пожалел, допустим, там этих 5000 рублей, хотя он действительно стоит намного дороже, потому что столько информации дает тебе, реально крутой и реально вот классной информации, то есть того именно ресурса, который тебя заряжает и который ты потом можешь применить где-то на практике. Это, в принципе, вот огромный-огромный плюс. Блин, спасибо Боге, то, что он делает. Да, вам спасибо. Огромное спасибо. Что хотим пожелать? Ребята, записывайтесь на тренинг. Это просто офигенно. Видео в интернете, на Ютубе, это здорово, хорошо, но там нет основных моментов каких-то, вот, основной какой-то классной информации, вкусной, которая есть на тренинге. Нет, ну да, ребят, честно сказать, у вас будут происходить чудеса. Ну, именно чудеса, которые будут для других чудесами. Для вас это вполне норма будет уже. Прям такие вещи, когда ты останавливаешь лучшую девушку, там, не знаю, можешь ее прям поцеловать уже через минуту, там, через час ее к себе домой повезти. Ну, как-то так. Как-то так, да. Ладно, ребят, всем удачи. Да. Давайте, берите себя за яйца и делайте. Вот так.